Так как биологически активные добавки являются специализированной продукцией, документом, подтверждающим качество и безопасность БАДов, является свидетельство о государственной регистрации данной продукции. Производитель или поставщик при производстве и, соответственно, ввозе продукции из-за пределов Евразийского экономического союза проводятся лабораторные исследования, подтверждающие качество и безопасность данной продукции, и направляются для регистрации в соответствующий орган. На территории Российской Федерации данным органом является Роспотребнадзор. Биологически активные добавки должны быть безопасны по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям безопасности. Содержание активных веществ должно соответствовать заявленному уровню. Также предъявляются соответствующие требования к маркировке биологически активных добавок.